Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций. Их создание стало важным этапом в качественном развитии вооруженных сил России, в повышении их мобильности и боеготовности. У страны появился еще один мощный, эффективный инструмент защиты национальных интересов. Впитав славные, легендарные традиции отечественного спецназа, богатейший опыт многих поколений, силы спецоперации сразу проявили себя с самой лучшей стороны. Вот там, где труднее всего, и в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально. Будем и дальше наращивать потенциал сил спецоперации. Они должны быть готовы незамедлительно выполнить задачу в любом регионе, обеспечить безопасность России и наших союзников, дать отпор международному терроризму и другим угрозам. Уверен, вы не подведете. Будете всегда верны присяге и воинскому долгу, честно и мужественно защищать Россию и наш народ. Спасибо за службу. Желаю вам здоровья и успехов. Благополучия, всего самого доброго вашим родным и близким.